На мероприятии собрались преподаватели Казанского федерального университета, Казанского национального исследовательского технологического университета и других вузов столицы Татарстана. Круглый стол «Социальные изменения в России» за период с 1917 по 2017 год посвящен столетию Великой Октябрьской революции. На нем были разобраны главные вопросы общества за последние 100 лет. Каждое такое событие никогда не оценивается однозначно ни обществом, ни специалистами. Но, наверное, совсем не лишнее, пусть даже спустя 100 лет в таком кругу, обменяться мнениями относительно тех вопросов, которые 100 лет уже пытают и питают сознание россиян. Мероприятие направлено на изучение социальных проблем и поиск пути их решений. Изучение проблем в будущем может помочь не повторять ошибок и вырабатывать дальнейшие пути развития. Я бы хотел, чтобы вот это обсуждение ваше действительно дало свои плоды, и мы могли потом использовать его для выработки дальнейшей политики как у нас в республике, так и у нас в стране. Потому что я считаю, ученые Казани, вузов Татарстана, это очень такой высокий уровень. За время мероприятия были обсуждены вопросы изменения мышления граждан за 100 лет, различия в социальной политике Российской Федерации и СССР и многие другие. Ориентация преподавания идет в сторону повторения, к сожалению, очень часто того, что наработано на Западе, игнорируя особенности нашей цивилизации, особенности остальных шести цивилизаций, которые в мире существуют. Ну и каким-то образом даже неустранимые противоречия, которые существуют в политологии, сохраняются, повторяются и у нас, хотя нас они касаются в первую очередь. Также эксперты обсудили вопрос влияния глобализации на Россию и на общественные процессы внутри государства. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.